Сегодня, 19 октября, около 10 часов на строительной площадке в Новочебоксарске во время выполнения работ по прокладке ливневой канализации обвалилась земля. В траншее на 3-метровой глубине находились два работника в возрасте 41 года и 49 лет. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Чувашской республике возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших, а также конкретных лиц, ответственных за гибель мужчин. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, строительная организация изымает документацию, касающаяся охраны труда работников, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.